Привет всем, с вами канал The Big Lady of the Small House. Теплица у меня последнее цветение, хотя нет, не последний, еще кто-то там зреет. Но сегодня у меня вот такой вот красавчик. Я подозреваю, что это богота, либо квейта. Для квейта он слишком яркий, с широкими листьями. Для богота он немножко узкие лепестки. Посмотрю по записям, кто это у меня. Или дождусь следующего цветения. Может быть, богота, но из-за того, что маленький горшок, лепестки узкие. Тут у меня собирается цвести амарантия. Там какая-то скорее всего, пересорт Red Beauty, потому что он вот такой вот бледненький. Совершенно не Red Beauty, абсолютно какой-то розовый. Ну и в остальном цветение завершено. Сейчас идет этап наращивания листьев. И листья растут, сами видите, роскошные, длинные, мощные пучки. Вечером буду их поливать. Жара, грунт пересыхает мгновенно. Так что полив здесь должен быть чаще. И днем я включаю кондиционер, потому что бывает очень жарко и очень влажно, что не очень хорошо для гипов. Если жарко еще ничего, то влага слишком сильно способствует развитию всякой заразы, типа гнилей. И поэтому сейчас включу, где-то часам к 3 я отключу кондиционер. Вот. Все-таки есть подозрение, что это все-таки вот непонятно кто. Вроде квейта, а вроде и не он. Вот так по всем параметрам он. Может, просто хорошо кушал. Вот такой вот красавчик у меня. А в остальном старые гипы пересаживаются. Новые гипы тоже потихонечку обрабатываются. Куда ставить, ну, не знаю. Вечером у меня будет стрим по разборке коробочек с семенами на русском и на английском языке. Созрели обе коробочки. Это было опыление Missing Angela и местный краснюк. Папа у них Flame Amadeus. Соответственно, буду разбирать семена на живые и неживые, замачивать. И через несколько недель, как они укоренят, как они пустят корешки и листики, будет посадка. Куда сажать, не знаю, не спрашивайте. Это не лечится. А вон тут еще кто-то тоже со стрелочкой стоит. Какая-то нимф. Якобы Кэнди нимф. Она у меня не цвела при покупке. Посмотрим. Ну, вообще-то головка не ее. Кто-то из нимф. Посмотрим. Вот. Уже последние доцветают. Вот листочек. Вот листочек. Листочки мощные, красивые, длинные. Вот. Вот какие длинные листья. Просто красота. Обработка актеликом у них была 2 недели назад. Так что теплица пока чиста. Надеюсь, еще пару недель они потерпят, потом будет еще одна обработка, скорее всего, антихрущом. И надеюсь, на этом обработка от клещей в теплице на этот год завершена. На следующий год, естественно, буду продолжать, потому что у нас пустыня, с крыши поддувает, открываю дверь, заносит ветром. Это постоянный процесс борьбы. Буду пока коплю деньги на участок побольше, где можно было бы сделать мне дом мечты, в котором теплица была бы как бы зимним садом. Не вот так вот снаружи, а выход из гостиной, к примеру. То есть теплица будет частью дома, и, соответственно, будет для них много места. Но пока это только мечты, пока только идет накопление. Да.
Вроде как всегда сообщает, что он тут. Ну и надеюсь, через несколько лет они будут расти у меня уже не в такой тесноте, как сейчас. Будет у них просторный домик квадратов на 100, и где они не будут стоять друг у дружки на голове. Ну что ж, пока все. Жду вас вечером в 9 часов по бакинскому времени. Будет стрим с разбором головки с семенами. Удачного всем дня. Пока.